Мужчина не взрослеет, не рожает детей. Он играет с оружием. Один мужчина, несколько женщин. Он 10 лет изменял ей со всеми подряд. Любовь и... Это не несчастный случай, мадам, это убийство. Ошибиться нельзя. Эксперты говорят, что пуля была калибра 9 миллиметров, а здесь калибр 0,38. Есть объяснение? Детективная история по роману Агаты Кристи «Большое алиби». В воскресенье в 20:00 на РЕН-ТВ «Эстония».